Сегодня мы будем резать твердые овощи, такие как огурец или морковка. Нарезки этих овощей существует тьма тьмуча. Самая простая, возможно, это долька какая-нибудь. Когда мы разрезаем наш овощ пополам или на четвертинку, и дальше уже шинкуем. Шинковать можно той ширины, которая вам, в принципе, необходима. То есть можно делать это как можно тоньше, либо, если у вас блюдо будет долго тушиться, и вы хотите, чтобы овощи имели свой вкус, сделайте ее чуть потолще. Для того, чтобы разрезать морковку кубиком, сначала делим ее на пласты, которые затем разрезаем на полоски необходимой нам ширины, и уже ее режем кубиком, допустим, полусантиметровым. Если вы хотите делать соломку, вы сразу можете подумать, какой длины вы хотите делать соломку. Потому что в случае с морковью либо огурцом можно изначально под углом резать их. И от того, какой угол вы выберете, длина соломки будет меняться. И если взять угол как можно длиннее, то длина соломки может быть по длине огурца. После этого также мелко-мелко шинкуйте. Можно также вместо соломки порезать все это брусочком. Для этого выбираем толщину и ширину, как у кубиков. То есть оно просто будет толще. И разрезаем на более крупные кусочки. На этом нарезка овощей закончена.